Время 14:25. Ручьи текут. Все, мы выгулялись. Здесь вот такой зимний пейзаж. Пейзаж такой зимненький. Последний день февралика. Последний день февраля. Ну вот, все. Идем на мост. Идем домой. В деревню пошел автобус. Все, кто смотрел, спасибо. Всем здоровья. Подписывайтесь на мой канал. Все, перебежал. Кому-то дань памяти. Ёбнуться было. Трясется.
Это просто мост. Постоим маленько. Все, пошли домой. Памятник поставили шахтерам. Сейчас мы к нему поближе подойдем на ту сторону и оглядимся, что там за памятник. А мы сейчас к нему ближе подойдем. Не-не-не, слышь, у него 4 лапы, пусть берет 3 лопаты. Песенку слышал же такую? Нет, не слышал. А мы будем только посмотреть. Понятно. 4 лапы, 3 лопаты, все идет. В интернете поищи на него. Что, нам идти-то можно? Ботаника. Там цветы. О, какой красивый, блядь, здоровый. Сейчас подойдем, посмотрим. Что так? Это сколько он миллионов обошелся? Бюджету, не знаешь? Не, ребят, смотрите, это что-то с чем-то. Ваше мнение, шахтер? Я уже высказал. Понятно. Это что, бронза, что ли? А мы сейчас потрогаем. Да навряд ли. Откуда они бронзу возьмут?
Я не дотянусь. Да, мне охота узнать правду. ЛИД Красноярск СИП. Написано. Вот. ЛИД Красноярск СИП. Ну я не знаю, что это такое. Надо туда как-то добраться, потрогать. Немножко есть. А? Зелень он есть. Ну, есть. Патина благородная. Вот, ну-ка, подними мне маленько за ногу. Я посмотрю. Подойди. Потрогаю я его. Да прям. Пустой? Пустой. Пустой. Отлито там, может быть, ну, сантиметр. Но его много и не надо. И все. Монолит там. Ну, ладно, пойдем дальше. Тут надпись есть. Установлены по инициативе ветеранов шахтерского труда при участии Распасской угольной компании АО «Нефтехимсервис», ООО «ПТК Уголь», ООО «Разрез Бунгусский Северный», компания «Сибуглемет». Скульптор, член сельского хозяйства России Богданов. СХ, что такое? Город трудовой доблести, 300 лет Кузбассу. Ну, как-то так. А зачем они нам нужны? В Кузбассе деревья не нужны. Здесь пыли нет. Школа. 53-й, он подсказывает, Павлик, мне. Ты не учился в ней? Нет, я до нее не дошел. Называется она 53-я академия в народе. Понятно. Ну вот видишь, как академию раньше строили. С кирпичика построили, до сих пор стоит, как новенькая. Да. Если ученик не успевающий по всем предметам, его сюда и отправляют. Поэтому академия. А еще говорят, после третьей веселая. 53-я школа, да? Да. А у нас была ГПТУ 53. Господь послал тупых учиться. Академия Першина называли. Ну вот видите, это в городе Зыряновске, Восточно-Казахстанская область. Вот она, академия. Спрят. Ага,
Прямо улица Мурманская, налево улица Разведчиков. Мы домой. Все, хорош. Во дворах кипит работа. Чистят снег. Такие горы нагребли. Первый раз за зиму убрали. Вот, чтоб не вывозить. Он вон туда, в яму. Он к тому дому скидывает все. Проезд и проход запрещен. Идут дорожные работы. Уборка территории. Снег не вывозится, а складируется рядышком прям. Здесь то же самое. Вот отсюда я выходил. Сюда же пришел, только с другой стороны.